базарище там. Ну все, сейчас пожарный затушит. Всю зиму почти не бегал, бегом так. Задохся, пока добежал до сюда. Семейство Устиновых трудится во все. Жарко. Вон машина стоит. Машину быстрее спасают. Ну что, Ирина, как пасхальные дни? Хорошо, да. А что? Ух ты, у вас какие лопаты классные. А ты откуда, брат? С Корчина? Пожарка. Так. А там, видимо, закончили уже. Как у нас справляется семейство, барбашей нет. Андрей, вот здесь можно тушить, вон. А там другие трудятся. Аж далеко идти. Но, видимо, там не такой сильный пожар. Они как-то свободно идут. А вон Игорь старается. Видимо, вглубь пошел пожар. Он идет тепловоз. Тяжело подниматься. Видимо, товарняк. Там как раз в горку, ему тяжело идти. Ну, тут бачка тоже трудится.
Вы что, на тепловоз грешите? Да? Не знаю. Бедный. Какой он вредный, да? Его надо туда сбивать. Да он собьется нормально. Одной рукой-то неудобно? Удобно. Мне все удобно. Ну, простят меня, надеюсь. Слава Христу.